Вы смотрите телеканал ННТ, в эфире «Новости Дагестан». В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. В начале по традиции, коротко о главном. Хотите инвалидность? Платите деньги. В Дагестане осудят еще одну чиновницу, которая торговала справками. Об этом в самом начале. Эмоции, адреналин и восторг. На аэродроме Каркмаскала прошло экстремальное и яркое авиашоу с прыжками с парашютом. Непокоренные вершины. В республике появляются новые турмаршруты. Какие? Расскажем в выпуске. Первый домашний матч и первая победа. Большой футбол вернулся в Дагестан. В Дагестане осудят еще одну чиновницу, которая торговала справками об инвалидности. Следователями республики завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы Буйнакского района. Она обвиняется в получении взяток за незаконные действия. Установлено, что задержанная потребовала от 5 женщин от 50 до 80 тысяч рублей в качестве подкупа за установление инвалидности их детям. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Утро на аэродроме Каркмаскала прошло экстремально и ярко. Более 40 любителей и профессионалов приняли участие в прыжке с парашютом. Мероприятие было посвящено 94-й годовщине воздушно-десантных войск. Как покорители неба отметили важную дату, в сюжете Тамары Самедовой. Я такие эмоции первый раз испытываю. Сильное волнение и радость захлестывают Мурада Расулова, который уверенно бежит к своим родным, чтобы поделиться эмоциями. Ведь для него этот прыжок первый и, как он признается, не последний. Поэтому и эмоции незабываемые. Они все мне завидовали. В общем, они говорили, я хотел быть на твоем месте, мол, первым прыгать намного круче, в общем, чем вторым, третьим и так далее. Поэтому эмоции на самом деле очень приятные. Когда он открыл этот, как его, дверь, я думаю, блин, сейчас прыгать, что ли, буду. Он такой, первый там вставай, я такой стою, готов, я такой, готов. Прыгаю, меня как понесло. Переживал? Да, переживал. Ну, не, честно сказать, не переживал. Не было такого прям страха там, я там боюсь и так далее. 203 тысячи и 4 тысячи метров. Авиашоу включало прыжки абсолютно с разной высоты. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек. И подготовка, говорят организаторы, была серьезной. Сегодня мы хотим прыжками отметить 94-й год воздушно-десантным войскам и совершаем прыжки. У нас как начинающие парашютисты выполняют прыжки, так и опытные спортсмены-парашютисты. Сейчас вот второй взлет, у нас будут показательные прыжки с флагами, с минимально малой высоты, с 200 метров будут совершаться прыжки. Мероприятие посетили не только любители и профессионалы, но и ветераны. Для них этот праздник прежде всего память, а Маргаджи Алиев за свою жизнь совершил около 40 прыжков. Это все. Это и любовь, и молодость, и гордость для каждого человека. Тот, кто прошел школу, тот, кто служил в воздушно-десантных войсках, тот поймет. Я думаю о том, что все знают о том, что воздушно-десантные войска – это элита вообще вооруженных сил страны. Я думаю, этим все сказано. Авиашоу собрало вместе людей разных возрастов и опыта. Но их всех объединяет одно – любовь к небу. Все участники получили массу ярких впечатлений и планируют вернуться сюда в следующем году. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Кумтар-Калинский район. Количество турмаршрутов в Дагестане удвоилось, и это за последние пару лет. Такие данные приводит Министерство по туризму республики. В 2022 году для гостей были доступны 90 экскурсионных программ. Теперь же их количество возросло до 167. Однако традиционно популярными все еще остаются такие направления, как Дербент, Сулакский каньон, Салтинский водопад, Карадагская теснина и Бархан-Сарыкум. Но вместе с тем развиваются и другие маршруты. Сейчас активно стали пользоваться популярностью такие направления, как Ахтынский район, где сейчас создан благодаря инвестору очень современный комплекс «Ахтынские бани». Большой популярностью для туристов, любящих экстремальный отдых, это гора Шалбуздак. В Гумбетовском районе создано потрясающее место Олсивук, которое пользуется сейчас большой популярностью у туристов, где для туристов предлагают и конные экскурсии, и пешие маршруты разработаны. Стоит отметить, что вот такой темп развития новых туристических маршрутов, он по большому счету идет от запроса от туристов.
Мастер-классы для тех, кто уже работает на себя и стремится развиваться. Центр «Мой бизнес» продолжает проводить бесплатные конференции для самозанятых. На этот раз улучшить свои навыки могли представители бьюти-индустрии. Подробности в сюжете. Бьюти-индустрия – это не просто бизнес, а целое искусство. Она помогает нам раскрыть потенциал и почувствовать себя красивыми. Уход за внешностью играет огромную роль в самооценке и самовыражении. Так считает и визажист Карина Эрзиманова. Она более 7 лет делится своим опытом и знает толк в трендах и интересных лайфхаках. Сегодня у нас проходит мастер-класс для самозанятых. Я буду показывать вечерний и дневной макияж. Почему мы выбрали именно этот макияж? Так как он является самым востребовательным среди визажистов и самым запрашиваемым среди клиентов, то есть клиентский макияж. Повысить свою квалификацию, узнать там новые тренды, новые фишки в макияже. Все равно огромное спасибо, это большая возможность, ну, для наших людей. От любителей до профессионалов все они собрались на мастер-классе, чтобы получить ответы на вопросы. Так, Зарина уже 2 года как стала самозанятой, имеет свой малый бизнес – салон красоты. Пришла получить свежие знания и использовать их в своей деятельности. Данный мастер-класс прояснил те моменты, которые для меня были сложные. То есть для улучшения качества своей работы, в сфере своей деятельности, мы задавали вопросы в течение мастер-класса, который нам доступно очень, объясняла Зухра Сулиева. Невозможно все сразу знать. С каждым мастер-классом у нас проявляется мотивация больше, желание больше, стремление еще больше. Мероприятие было организовано Республиканским центром поддержки предпринимательства. Такого рода обучающие модули проходят регулярно. Повышение квалификации, получение новых навыков, применение их на практике – основная особенность мастер-классов. Почему решили провести эту встречу, с нами поделилась Загират Бутаева. Центр поддержки предпринимательства проходит на систематической основе мониторинг обращений наших заявителей и, соответственно, исходя из их потребностей, мы организовываем данные мероприятия. Сфера красоты у нас в Дагестане, она развита, и большое количество самозанятых хотят развиваться именно в этой сфере. До конца года планируется провести мастер-классы по швейному делу, сферы туризма, косоплетению и кулинарии. Встреча завершилась кофе-брейком, на котором участникам вручили сертификаты и раздали ценные призы. Хадиджа Дранкина, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Вы – флагман ислама. Такую оценку работе муфтията Дагестана дал председатель Совета Самарской исторической мечети Усман Хаджи Илингин. Накануне делегация из Самарской области посетила муфтият республики. Здесь их встретил председатель религиозной организации Абдулла Салимов. Он рассказал гостям о деятельности духовенства республики, а также о функционирующих здесь отделах. Наш муфтий шейх Ахмад Афанди, у которого вы были недавно, он пожелал так, чтобы в этом здании любой желающий житель республики, который зайдет, чтобы он мог получить ответы на любой его вопрос. Какой бы он тематике вопрос ни был, вот так распределены и созданы отделы. Вам большое хотел передать рахмет. И вот организаторам есть такая возможность и здесь набраться опыта. Я уже здесь 2-й раз, и, в общем-то, муфтию нашему рассказывал, как у вас все поставлено. Вы, конечно, флагман. Флагман ислама. И я так думаю, вот отсюда здесь настолько все продумано и все, альхамдулиллях, все расставлено на местах. И если в каждом муфтиате это будет, будет очень здорово. Ислам только поднимется так больше. В ходе беседы было отмечено, что 14-15 сентября в городе Самара пройдет выставка священных реликвий пророка Мухаммада «Мир ему и благословение Всевышнего». Их передадут туда из дома муфтия Дагестана на временное хранение. Реликвии посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, это такой подарок от Всевышнего Аллаха. Наверное, после проведения вот этой выставки вы будете уже говорить и вспоминать мои слова, что на самом деле это та атмосфера, которая годами потом будет еще оставаться, те последствия, благоприятные плоды. Это, ну, удивительное мероприятие. На самом деле нужно готовиться и морально, и подготовиться, подойти к этому очень серьезно, чтобы побольше людей получили этот баракат.
Большой футбол вернулся в Дагестан. Махачкалинская «Динамо» одержала победу в первом домашнем матче сезона. Встреча группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов» проходила на Анжи-арене в Каспийске. Тему продолжит Курбан Рагимов. Дагестан соскучился по большому футболу. Болельщики потянулись к стадиону немного заранее. В день игры для них подготовили яркую развлекательную программу. Выступления артистов, футбол 3x3, киберзона и многое другое. Что касается самого матча, долгожданным он был и для каждого футболиста «Динамо». Большинство впервые играет против команды премьер-лиги. 10 тысяч болельщиков заряжали хозяев на победу, и они не подвели. Судьбу встречи решил гол Абакара Гаджиева на 83-й минуте матча. Ну вот атака «Динамо», голевой момент, удар и мяч попадает в угол ворот под дальнюю штангу. Один из самых активных в составе «Динамо» Абакар Гаджиев. Ну, впечатление, конечно же, так сказать. Ну, счастливы все. Выиграли, команда выиграла. Болельщики поддерживали. Вообще тишины даже не было. Все время гул какой-то стоит, поддерживают. Поэтому, да, мотивированы были полностью. Первая победа против Кубки, ну, команда премьер-лиги. Поэтому все счастливы. Идем дальше. Полная самоотдача, агрессивный и атакующий футбол в родных стенах. Вот чего от «Динамо» в этом сезоне ждут болельщики, тренеры и руководство клуба. Сегодня все получилось. Самое главное, проявили характер и играли все 95 минут, которые были на поле. То, что как вы проявляете характер, вот это то, что мы хотим. Вот это «Динамо» Махачкала, детка. Только положительные эмоции. Каждый сегодня выложился на 100% и показал хороший матч. С кем бы мы здесь ни играли, мы будем агрессивны, мы будем прессинговать, мы будем вести жесткую борьбу. Это наше все, поэтому мы от своей игры отступать не будем, с кем бы мы здесь ни играли. После этой игры у команды не будет времени на отдых. Уже 4 августа «Динамовцев» ждет очередной тур РПЛ. Соперником здесь же на Анжи-арене станет нижегородский «Пари НН». Курбан Рагимов, Магомед Батыров, телеканал ННТ, Каспийск. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.